So watch a little bit of time.
На следующую песню, думаю, тоже знает каждый из вас. Она из одного русского доброго мультика, и мы со Светой ее реально переживали. И даже наша немецкая учительница, моя немецкая учительница помогала, пересмотрела этот мультик после того, как мы для нее эту песню сыграли, не понимая русский. И, может, вы тоже пересмотрите его. Ложкой снег мешая, ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спишь? Спят мои соседи, белые медведи, спит ты. Мы плывем на льдине, как на бригантине, по синим суровым морям. И всю ночь соседи, белые медведи, светят далеко. Thank you.
Спасибо большое. Круто. Пусть из вас не знают эту песню. Окей, на следующую песню написал наш очаровательный, молодой и талантливый трубач Якоб Майес. Она называется «Traummädchen». В переводе с немецкого это «Девочка из сна». И я имела честь и право написать к этой песне текст. Но я думаю, не о девочке, а о мальчике. Я думаю, вам все равно понравится. Thank you.
сейчас я оставлю вас с еще одной инструментальной композицией, и она носит название «Варшава». Надеюсь, вам понравится. Thank you.
Но сейчас мы подходим к последней песне нашего первого отделения, после чего будет буквально небольшая пауза, и мы потом вас радуем наше второе отделение. Спасибо всем, что вы сегодня пришли. Очень-очень приятно видеть столько много людей на нашем концерте. Наверное, перед последней песней этого отделения я бы хотела представить этот замечательный бэнд. На клавишных Светлана Маринченко. На басу и грубителя Станислав Сандронов. Этот человек также грубитель, он тоже крутой. Йоханнес Ротмоза на барабанах. Самый молодой, красивый, очаровательный Яков Майес на трубе. Следующая песня тоже его, она называется «Red Moon Rising». Надеюсь, вам понравится.
Увидимся скоро. Спасибо, что вы здесь. Thank you.
Спасибо, друзья. Вот мы вернулись к вам с нашим вторым отделением. Это была песня, которую написал Якоб Майес, называлась «Zeit umstellen». Следующая песня называется «Палестина», и она о том, как беженцы из Израиля убегают в Палестину, и какая у них сложная и просто неприятная жизнь. Да, надеюсь, вы прочувствуете все наши переживания. Thank you.
Окей, но следующую песню написала я. И она мне очень дорога, потому что я написала ее об очень дорогом человеке для меня. И в преддверии такого прекрасного праздника, 8 марта, я бы хотела ее спеть для всех женщин, девушек, для всех лиц прекрасного пола в этом зале. С наступающим праздником!
Ваши снимки и визии. Окей, но следующая песня тоже очень дорогая для меня, потому что она из моей родины, из моей малой родины, из Сибири. И эту песню еще играл мой папа когда-то на басу. И я ее переаранжировала, чтобы я смогла ее петь в своем репертуаре. Да, она о той речке из моего родного города, Ангара. И для нас это символ юности и символ даже того, что нужно сражаться за свои мечты. Поэтому эта песня я бы хотела спеть для своего папы, который прилетел специально из Ангарска на наш концерт. И он сегодня здесь. Папа, эта песня для тебя. Спасибо большое. И также, конечно, для всех моих друзей из Ангарска, которые сегодня здесь. Ангара моя, Ангарушка,
старая песня про Анкару. Сейчас мы подходим к предпоследней песне нашего второго отделения, и поэтому я бы хотела еще раз воспользоваться возможностью и представить вам этот замечательный бэнд, который приехал из Германии проездом через Сибирь. На клавишных удивительная, очаровательная, талантливая Светлана Маринченко. На басу Станислав Сандронов. На ударной Йоханнес Ратмоза. И на трубе также очаровательный, красивый, талантливый Якоб Майерс. На наш концерт, что вы поддерживаете джаз в России. Это очень-очень круто. Но следующая песня идет в стилистическом направлении gospel. Надеюсь, вам понравится. Thank you.
если у вас есть специальный подарок, специальный сюрприз, я думаю, следующий человек, кто сейчас выйдет на сцену, знают все. Все, не только в России, но и в Европе. Его имя Антон Демьянс. Так получилось, что он пришел на наш концерт и согласился сыграть с нами последнюю песню. Yeah, вот оно! Он самый! Сейчас. Да, и что сейчас получится, вы услышите. Thank you.
Thank you.
слова благодарности клубу Козлова за то, что мы сегодня здесь для вас можем играть. Спасибо большое. Спасибо всем вам, что вы пришли, что вы поддерживаете джаз в нашей стране. Может, до скорых встреч. Спасибо большое. Привет, встречи вы поговорите с Татьяной. Thank you.
Место, чтобы отметить 8 марта. И послезавтра концерт в клубе Бутона. И потом будут концерты в Нижнем Новгороде. Поэтому, может, если у вас друзья в Нижнем Новгороде, если вам понравилось, можете их приглашать. Мы будем очень-очень рады. Всего вам хорошего и с наступающим праздником!